Впервые в сельском поселении района в рамках программы «Школьный двор» глава района провел осмотр места строительства. Футбольное поле, это беговые дорожки, это в обязательном порядке должны быть зоны для сдачи норм ГТО, те, которые соответствуют современным стандартам. И я могу отметить, что мы один из немногих муниципалитетов, если не единственный, который вот такими большими темпами движется именно по созданию площадок по сдаче норм ГТО. Появление такого стадиона позволит заниматься не только ученикам школы, но и прийти любому желающему в неурочное время. Подобные площадки планируется открыть в поселках Володарского, Измайлова, Молокова, военном городке Петровское, а также в 5-й и 9-й школе города Видное. Из местного бюджета планируется потратить более 90 миллионов рублей. А в детском саду в микрорайоне Дрожжино 2 отделочная работа уже подходит к концу. Установлено освещение, завезена мебель, готов пищевой блок и доставлено оборудование. Сад рассчитан на 340 мест. Большая часть путевок уже выдана. 30 июня сад под названием «Город детства» откроет свои двери для малышей. Есть комната для занятий с психологом, будут предусмотрены сенсорные комнаты, будут группы обычные, массовые, и будут группы логопедические, коррекционные. В детском саду предусмотрен бассейн. В каждой группе есть спальня. Лично мне это дает, самое главное, это ту реальную картину, которая у нас существует на стройках, но и мы корректируем по ходу дела с застройщиками, строителями некоторые нюансы, которые не учитывали проектные решения. На данный момент ведется 23 муниципальных стройки. Каждый из объектов находится под пристальным наблюдением властей. Диана Гаврилова и Адами Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.